В таком состоянии воздушный фильтр ужасно. Здесь налет, слой, не знаю на какой грязи. Снаружи тоже жесть. Все сейчас мыть. И вот кожух охлаждения. Все мыть. Отмыл как следует. Здесь было все в липкой вот этой гудроне с смесью масла и пыли песка. Все отмыл эти обе половинки. Здесь был надрыв, трещина. Я ее пропаял, заклеил с обоих сторон. Далее отсутствовала одна втулка металлическая. Втулку нашел, из трубочки вырезал, восстановил. Так, одного болта здесь тоже не хватало, винта вот такого, но это не проблема найти. Теперь очередь дошла до фильтрующего элемента. Здесь вот он такой, как оказалось. Это вообще кусок поролона кто-то вырезал. Дырки такие пробитые. Можно, конечно, заказать фильтрующий элемент, но стоит недорого. Там порядка 200 рублей. Но зачем, если у меня вот есть кусок поролона. Вот, и я сделал шаблон вот фильтрующего элемента. То есть я краской намазал эти вот точки, значит, положил, вот так вот получилось красиво. Вот. Все подходит, и по этому шаблончику уже можно спокойно делать фильтрующие элементы разной толщины, вот, в зависимости от поролона. Но вот сейчас у меня есть вот такой вот кусок поролона. Сейчас я замерю его толщину. Так. Ну вот, если видно, 18 миллиметров, ну 20 там пускай. На зажим. 20 миллиметров. Я не знаю, какой оригинальный фильтрующий элемент. Если кто знает, буду рад, если напишите. И все, сейчас я так вот положу. Лучше положу. Вот. Обведу фломастером, маркером и пробойниками, или как их называют, высечками. Вот эти три отверстия я высеку. Вот эти не надо, оказывается. Я просто сделал как установочные, они получаются. Вот. Установочные. Вот так вот получилось красиво. Сейчас вырежу по периметру ножницами и высечками пробью. Итак, с помощью такого шаблона можно сделать любое количество фильтров для скутера. Вот, любой толщины. То есть можно, вот как у меня здесь 20 мм, можно тоньше с пониженным сопротивлением. Можно наоборот толще, чтобы лучше фильтровало, но будет больше сопротивления. Теперь это не составляет труда.